Мультиварка MasterChef от компании Redman. Помимо того, что это 42 программы на русском языке, книга рецептов идет в комплекте объемом чашем 5 литров. Здесь еще есть, друзья мои, помимо того, что дисплей на русском языке и все функции на русском языке, здесь еще есть дно, которое поднимается, именно внутренний нагревательный элемент. То есть это элемент. Маленькая плита? Конечно, мы сейчас обязательно расскажем об этом. Я напоминаю, звонок абсолютно бесплатный. 8 800 301 60 90. Пока мы демонстрируем вашу новую мультиварку, у вас есть шанс ее заказать. Пока, у нас буквально через несколько минут уже, скорее всего, будет шквал звонков, поэтому те, кто звонит сейчас, выше шансы дозвониться. Итак, совершенно верно, друзья мои, минуточку внимания. Посмотрите, как великолепно жарится мясо с грибами. Вы думаете, это плита? Нет, друзья мои, это сковородка, которая специально установлена на нагревательном элементе, который регулируется. Что происходит на этой кухне? Ничего не могу понять. Ты не понимаешь? Ты где-нибудь видела, чтобы на мультиварку можно поставить вот такую прекрасную сковородку? А знаешь, для чего это нужно? Нет. Друзья мои, давайте посмотрим. Мультиварка – это многофункциональность. Поместили, нажали одну кнопку, отдыхайте. Все на русском языке – это хорошо. А, к примеру, вы хотите приготовить блинчики или оладушки. Согласитесь, в чаше это не очень удобно. А чайник вскипятится. Или чайник вскипятится. Это и плита, это и кастрюля. В одном. Друзья мои, это настоящая мастер-шеф на вашей кухне. Дисплей на русском языке, который готовит абсолютно все. Абсолютно все, начиная от простого хлеба и заканчивая пиццей, эффект томления есть. Можно приготовить макароны, можно приготовить жарку, можно приготовить блюдо на пару. Ты представляешь полностью решение на вашей кухне. Вы будете пользоваться этой мультиваркой каждый день. Утром встали, приготовили кашу, на обед сварили суп, сделали там, пожарили котлеты те же самые, сварили картошечку легко и просто. Затем вы сделали хлеб, выпекли, сделали рецепт, на ужин еще что-то приготовили. Каждый день своей жизни. О, пищит, что-то приготовилось, да? Я сейчас просто показываю. Да, она подает здорово, сигнал. Что не нужно, да, стоять караулить, что мультиварка подает сигнал. Конечно же, друзья мои, идем дальше. Да. Эффект томления. Вот здесь мы использовали эффект томления. Смотрите, сейчас я достану. Главное, не достану. Разваливается. Мягчайшее мясо. Представляете, как вместе с гарниром, вместе с соусом овощным, представляете, как очень качественно у нас получилось. Ты просто закинул все и ушел. Да, я ушел. А давай вспоминать, как вот ты готовишь. Слушай, ну как готовишь? Мясо там сперва его нужно, наверное, отварить, чтобы помягче было. Потом его нужно запечь или зажарить. Потом отдельно овощи протушить где-нибудь. Ну, в общем, это так несколько часов в жизни. Слушай, но это не очень удобно. Это и прозевать можно сериал, и как ноги болят, но стоять неудобно на плите, у плиты, Краулить, да? Да, неудобно. Посмотрите, вот они, наши бабушки, наши мамы чьи-то. А может быть, вы узнали даже из себя. Вспомните, как вы стоите у плиты, как вы караулите, чтобы каша не убежала, чтобы, не знаю, что-то не пережарилось, не переварилось, не перепарилось. Не нужно вообще за этим следить. Положил? Ушел, и все. Ты знаешь, я разговаривала вот с нашей коллегой из Гули, да, и вот она мне сказала такую вещь, говорит, я хочу себе мультиварку, чтобы я ничего не делала. Так вот это вот и есть как раз решение. А по сути это получается, ничего не делаешь, закинул еду и ушел. Совершенно верно, друзья мои, сейчас пока я только что Оля рассказывала, я готовил сейчас сразу два блюда одновременно. Оля, это очень важно. Причем насколько разные у тебя блюда, у тебя паровое, одно, а другое такое зажаристое. Да, совершенно верно. Вот давайте вспоминать, сколько бы вы потратили время приготовить два блюда одновременно на плите. Вот давайте вспоминать. Слушай, ну, я даже не могу посчитать. Ну, печально, ну, конечно, это несколько часов времени. Буквально там, допустим, 2 часа, давайте возьмем минимум. Но на самом деле можно это делать гораздо быстрее. Закинули, ушли, все. Но самое большое удовольствие, что не нужно караулить. Совершенно верно. Главное, друзья мои, вы поставили, готовите на верхнем ярусе. Либо готовите омлет, как сейчас мы готовим в формах керамическом. Посмотрите, а на нижнем ярусе у нас настоящая каша. Вы представляете, как удобно? Каша, настоящая каша. И мы не стояли.
Вау, слушай, здорово. Итак, давайте с вами еще раз вспомним, что самое главное. Во-первых, вы легко разберетесь в этой мультиварке. Посмотрите, русскоязычное меню. Прям найдите программу, которая вас больше всего интересует. Справа, к примеру, вы видите суп, йогурт, рис, крупы, каша молочная, плов, томление. Вы можете приготовить на пару. С помощью этой мультиварки, данной мультиварки, вы можете пожарить, запечь, выпечь все функции, которыми вы пользуетесь дома, с помощью вашей плиты, духовки, пароварки, йогуртницы, хлебопечки и так далее. Все здесь есть. Совершенно верно, друзья мои, это настоящая помощница. 42 программы на русском языке. Вам не надо вникать, как она устроит. Я рекомендую вам, как профессионал, как шеф-повар, который долго стоял у плиты. Не надо на это тратить время. Итак. Все очень просто и легко. Поместили продукт, нажали одну кнопку и ушли заниматься своими делами. А у меня важное сообщение, так. Друзья. Очень много звонков, колл-центр поступает, и кто-то наверняка заказывает просто ошибочно другие мультиварки. Вы можете заказывать и другие. У нас ассортимент очень большой и интересный. Но если вот вы, посмотрев эфир, захотели именно эту мультиварку, именно со скидкой, то нужно назвать ключевые слова «мастер», «шеф». И не забывайте, звонок абсолютно бесплатный. 42 программы, куча времени для вашей жизни. Наслаждайтесь временем. Не стойте долго у плиты, дожидаясь, пока затекут ноги. Давайте радоваться жизни. Совершенно верно. Еще раз, друзья мои. Так, 42 программы. Да. Все очень просто. Еще раз, Оля, ты правильно сказала. Не надо мамам нашим. Кстати, дети, сделайте подарок своим мамам. Сделайте подарок бабушкам на Новый год. Правильные подарки сейчас ценятся, а не в тренде. Не надо покупать пылесборники. Вот это полезное Главное, решение. Главное, что разберутся. Вот я за это, моя душа спокойна. Потому что я знаю, что моя мама, если бы там что-то было на английском языке, либо да. как-то сложно было разбираться в меню, она бы не смогла. Она просто отложила в долгий ящик и не пользовалась бы. Здесь русскоязычное меню очень простое. Прям, вы видите, нажимаете одну кнопку, нажимаете старт, все. Вот и все. Итак, друзья мои, посмотрите, вот он показывает оператора. Это только маленькая часть того, что мы могли приготовить. А что вы... могли? Вот. Это наши телезрители сделают. Это они приготовят, потому что вот оно, решение на вашей кухне. Итак, книга, друзья, рецептов в комплекте. Книга рецептов, да, она идет в комплекте. Самые вкусные рецепты. Давайте с вами быстренько взглянем на что-нибудь. Блюдо на пару вы делаете легко и просто. Затем вы запекаете легко и просто. Выпекаете, зажариваете, делаете супы, делаете десерты. Все эти блюда, которые вы готовите ежедневно для своей семьи, вы сможете готовить в несколько раз быстрее. Вот это красота на вашем экране. Итак, друзья мои, вы думаете, только картошка прекрасная с мясом может быть приготовлена? Нет, любая выпечка, любое блюдо, друзья мои, эта мультиварка действительно облегчит вашу жизнь на кухне. Теперь не надо стоять. 42 программы, книга рецептов на русском языке. Друзья мои, я шеф-повар Олег Сотников, я рекомендую вам облегчить жизнь, потому что я знаю, что такое стоять у плиты и тратить на это время. Не надо теперь. Оля, мультиварка мастер-шеф, которая справится с этим всем. А мне нравится, что она справляется даже со самыми сложными функциями. К примеру, вы можете делать домашний йогурт, вы можете делать домашний творог. Я тут приехала к маме, увидела, она увлекается уже... Так. Делает домашний творог дома, у нее стоят баночки-скляночки, как-то вообще в непонятном виде. А можно это делать легко и просто в мультиварке гораздо быстрее, не нужно несколько дней ждать. Сделайте самые вкусные блюда дома и экономьте деньги, потому что дома гораздо выгоднее делать, чем покупать даже тот же самый хлеб в магазине. Олечка, ты, кстати, правильно сказала насчет быстроты, потому что не надо стоять. Итак, мамы, бабушки, молодые домохозяйки, молодожены, друзья мои, 42 программы. Вы не стоите теперь у плиты, не тратите на это, время. Маленькая копия Олега Сотникова, ваш личный мастер-шеф на вашей кухне. Закажите, я вам рекомендую, как шеф-повар Олег Сотников. Наконец-то вы станете хозяйкой, просто будете заниматься своими делами, будете смотреть сериалы, друзья мои. Закажите, я вам рекомендую. Дорогие наши мужчины, это лучший подарок для вашей возлюбленной, для ваших жен. Позаботьтесь о том, чтобы они долго не стояли у плиты. Это самое большое наслаждение. Они вас будут сыто кормить с удовольствием, но при этом сами будут отдыхать. Это настоящее счастье для всей семьи.
мультиварки мастер-шеф сохраняют семьи, потому что мужчины сыты, а женщины отдохнувшие. Совершенно верно, друзья мои. Сделайте выбор. Я вам рекомендую, закажите прямо сейчас, друзья мои. Мастер-шеф Редмонд.